Всем огромный привет! Я что-то очень давно уже не снимала влогов и подумала, что почему бы не вернуться к нему. Пока есть отснятые видео, но еще хочется как-то разбавить их немножечко другими, наверное, такими разговорными видео. В общем, я уж не знаю, насколько у меня хорошо либо плохо получаются влоги. По просмотрам понимаю, что это, наверное, все-таки не моя стезя, и влоги у меня не такие классные. Мои что-то там делят опять. Это вообще, это стало просто какой-то кошмар. Стоит только что-то старшему взять, младшему тут же надо. Что стоит только младшему взять, старший начинает забирать, потому что это мое, и это нельзя, вдруг сломаешь, все такое. Короче, периодически они у меня начинают там какие-то бои устраивать между собой. Ну, конечно, в мире все заканчивается, разбираем, но все равно начинают орать. Сейчас я ходила на... Да, зайчик, сейчас. Сейчас я ходила в пункт выдачи Faberlic, получила заказ, мне кое-что прислали на обзор. Чуть попозже все протестирую и обязательно расскажу более подробно о своем вот этом заказе и о моем мнении. И также сейчас еще покажу небольшие покупки. Вот они, покупки за последние пару дней. В общем, сегодня мы на прогулке, когда были, купили вот такие небольшие наборчики Лего. Вот такой паровозик стоил 120 рублей. Вот такой еще вертолет Максиму понравился. Вообще 75 рублей стоило. Это очень дешево. И вроде как и Лего. Но маленький набор. И ребенку всегда приятно. И может что-то новое, то есть из деталек у него появится. Что-то еще может собрать там с другим своим Лего соединить. И вот такие вот наборы продаются вот в газетных киосках. Обратите внимание. Мне кажется, это очень хороший вариант. Также взяла вчера себе в подружке вот такие два бальзама. Это Кармакс. Очень давно хотела попробовать. Специально не стала брать в баночке, потому что вот лазить в нему будет не очень удобно. А вот именно в такой тубе будет удобно наносить бальзам даже на улице деткам, себе. Поэтому взяла попробовать. Цена 319 рублей. На зиму, думаю... Матюш, зачем пришел шуметь? На зиму, думаю, будет обязательно актуален нам. Также взяла вот от Хималая такой питательный бальзам для губ. Здесь он идет с маслом раскоп пшеницы, с маслом семян моркови. Мотя здесь у меня бегает хоть с ума. Сегодня мы уже наносили этот бальзам на губы перед улицей. Знаете, хочу сказать, что очень классный. Мне понравился. На протяжении всей прогулки губы были защищены. И он не съедался, не впитывался быстро. Он такой вот довольно-таки прям твердый. И когда наносишь на губы, он прям вот плотно ложится таким хорошим слоем, и вот на протяжении всей прогулки губки хорошо себя ведут, ничего не обветривается, поэтому я думаю, что тоже хороший будет бальзамчик. Я думаю, что будем пользоваться всю зиму им. Также взяла, конечно же, Allure, это уже ноябрьский выпуск. Давайте посмотрим, пролистаем, что там из пробников в этот раз попалось. Не знаю, как-то очень люблю всегда Allure покупать. Вот. Смотрите, от L'Oréal глина здесь есть, очень классный детокс и сияние, можно будет попробовать, потому что полный размер как-то не очень, мне пока хочется покупать, уж очень дорого. Да, мой хороший. Да, там машинки. Также здесь вот пробник есть от Нарцисса Родригес, мне, кстати, очень нравится, черная версия, я прям вообще кайфую. Здесь еще для него есть. Кстати, девочки, если вдруг кому-то также нравится именно черный вот этот вот аромат на Нарцисса Родригес, могу подсказать, где можно найти мини-версию этого парфюма. В домашнем очаге с Эвелины Хромченко на обложке можно найти именно вот маленький такой миниатюрку духов. Я, кстати, уже два скупила журналы из-за этого аромата. Ну, уж очень мне нравится. Сейчас на зиму прям вообще самое-самое прикольный аромат. Также взяла Космополитен. Здесь в нем тушь от Шанель. Уже пробовала, не первый раз беру. Очень нравится, поэтому всегда пригодится. Так, это женские дела. Так, кофе. Черный жемчуг тоже где-то попадался, еще не пробовала. О, Виши. Тоже какой-то крем, наверное. Так что и где-то здесь еще должна быть 20-процентная скидка, то есть купон в подружку, если что, тоже имейте в виду, можно ей воспользоваться, надо будет посмотреть. Ну и вот он мой заказ Faberlic, то, что мне пришло на обзор.
А у нас прям зима-зима. Мороз и солнце, день чудесный. Вот так вот мы засыпаем. Коляски. Вот так покрепче он начнет, я его откидываю. И он спит. Мы пришли белых кормить. Кстати, белочки поменяли уже свои шубки. Они были рыжие летом, а теперь они все серенькие. Мы принесли им фундук, я насыпала уже в кормушке. Вон она сидит, грызет. Ну какие-то они после лета прям пугливые, вообще не подходят, с рук не берут. Что, зебра всех ест? Мама! Зебра всех ест? Да, еще. Какая обжора. Собачку съела. Что у тебя за еда такая невкусная? Ну что у тебя такая за еда? Невкусная, не нравится мне она. Даешь всяких зверей. Кого ты даешь? Киску дал? Киска не понравилась ему? Да. Фу, выплюнул. А это кто? Кто это? Лошадка. Все, дети полные радости. Снег выпал. Ура. И, кстати, тепло сегодня. Мы на школьном дворе гуляем. Никого нет. Одни мы с лопатами ходим. Кто это тут в кустах стоит, спрятался? А? Матюша? Сейчас я тебя найду. Сейчас я тебя найду. Ку-ку! Я тебя нашла, выходи. Выходи. Не хочешь, ты будешь стоять? Выходи давай. Выходи, я тебя нашла. Ой. Выходи. Где наш Максим? Где наш Максим? Там высокий порожек, смотри. Вот, чисть, смотри, какая дорожка. Видишь высокую? Почисти ее. Вот эту почисти. Максик! Максик! Это кто тут сидит? Прихожу я в комнату. Посмотрите на это чудо. Чё, красивые ножки, да? Вообще, вот просто вообще, Матюша. Отойди, пожалуйста, от краешку подальше сядь. Подальше от краешка пересядь. Матвей, а зачем ты ножки рисуешь? Объясни мне. М? Зачем ты на ножках рисуешь? Давай магнитик повесим обратно. Ну да. Папа, наверное, обрадуется твоим каракулем. Да? Моть.